мы дали предписание о запрете проведения строительных работ и чтобы заказчик подготовил документы, необходимые для начала строительных работ. На сегодняшний день предписание наше не выполнено. Согласно действующему законодательству, предписание дается на 2 месяца. Если наше предписание не выполняется, то мы еще раз выходим на проверку, фиксируем, что наше предписание не выполнено и подаем иск в суд о сносе данного здания. Ждем окончания срока действия предписания, а там осталось около 2 недель, и нами уже готовится иск в суд о сносе данного здания. Кроме того, я бы хотел еще обратить ваше внимание, что на основании наших неоднократных заявлений, которые мы писали и в прокуратуру Одесской области, и в полицию, заведено уголовное дело, и в рамках уголовного дела уже идут следственные действия. Мы это видим, откуда я это вижу. У нас очень идет большая переписка и интенсивно с правоохранительными органами именно по этому адресу. В день заходит по 2-3 письма. Я как понимаю, что там идут какие-то следственные действия, которые тоже делают наши правоохранительные органы.